Даня, ты где там, Даня? Даня, ты где моя? Что-то свечено так. Вот, все. Мы сейчас едем в магазин всем семейством, кроме Влада. Влад дома остался. Папа у нас приехал уже. Едем в Галамарт. Смотрите, какой у меня чехол на телефоне. Заказывала его на Алиэкспрессе. Ой, 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 поворачиваю. Так, и вот этот, как называется, Фикспрайс, такая штучка, держатель для телефона, тоже очень нравится, пользуюсь активно. У нас снег идет, классная погода. Тепло и снег. У нас Галамарт находится. На втором этаже. Вот Галамарт. Мы едем за сковородкой. Мне нужна сковородка новая, потому что та уже вышла из строя, старая моя. Там дешевые сковородки нормального качества, так что сейчас пойдем. С Данечкой. Дань, с тобой пойдем мы? Да. Я тоже пойду. Ты с папой в машине останешься? Нет, я не буду оставаться. Папа поедет. В магазине. Ну все, мы пошли. Ну что мама купила в Галамарте, показывай. А тут что? Спиннеры у меня Даня выпросил. Мы же с Даней ходили. Сковородку дома покажу и крышку.
Ну все, поехали дальше. Магазин. Вот такой вот спиннер. Смотрите, он светящийся. Вот. 79, по-моему, стоило. Интересные товары также сняла на видео. Поехали в другой магазин. Итак, мы уже приехали с магазинов. Хочу показать, что купили. Так, сначала фикс прайс будет. Обзор покупок из фикс прайса. Первое, что купила, это московский картофель. Пицца новая появилась. Фикс прайс 25,50 стоило. Также вот такие маленькие купили. Лук и сметана 12,70. Вот такой бекон еще. Тоже 12,70.
еще вот такой. А, еще вот. Ну, короче, всем по одной. Так, следующее. Six Price это... Сейчас достану. Вот такая вот этажерка круглая. Там были также прямоугольные, квадратные и треугольником такие вот. Треугольные. Вот, я взяла круглые салатовым цветом. Очень понравился цвет. Вот, для ванны подойдет. Три яруса. 99 рублей. Далее корм коту. 12,70 в фикс-прайсе стоит. Вот, купила три штучки. Сразу со стола убираю. Дань, ты раздеваешься? Далее, что я купила, это клеенка. Вот такая классная. Мы заезжали в магазин. Продовольственный, как он называется, домовой у нас называется. Вот, купили такую клееночку. Будем стелить на стол. Решила поменять. Затем с Галамарта покупку сейчас покажу вам сразу. Вот такая сковорода. Так. Вот, посмотрите, сковорода вот такая, 26, ой, чек здесь еще, 26 сантиметров. Стоила она там 539 по акции, так она 700. Она очень тяжелая, литая, с антипригарным покрытием, Сатоши. Решила заменить сковороду, потому что у нас уже старая, так что вот. Сегодня также будем блинчики на ней жарить. Попробуем, какова она в использовании. Вот такая сковорода. Смотрите, дно какое. И тяжелая довольно-таки. Далее крышка мне нужна также. Решила тоже заменить на эту сковороду. Вот так вот смотрится. Следующее. Вот такой ананасик там увидела. Очень понравился. Я его перекрашу. И будет такой вот элемент декора. Сейчас он такой вот невзрачный. Также купили спиннеры. Вот коробочка, что осталось. Они светящиеся, светодиодные. Очень красиво. Покажи, давай. Данечка сейчас покажет вам. Ну-ка, Дань, давай. Ниже, ниже. Давай свет выключим, покажешь. Ну-ка, давай, крути. Давай я покажу, тут не видно. Так он переливается разными огоньками, да? Да. Кстати, на камере не видно, но он переливается разными фигурками. Солнышки, звездочки, цветочки, даже буквы вот. I love you, да, по-моему, записано. Вот так вот. На камере почему-то не видно это. На самом деле он очень красивый такой. Держи, дай. Спасибо, что показал. Ну, правильно, так. Следующее. Что там, Данечка? Классно светится? Да. Ух ты, красный цветик. Они все светятся, можно все включать. Да. Так, следующий пакет с магнитом. Заходили в большой магнит. Ну, это яйца. Следующее мне нужна была сметана. Так, курабье, печеньки вот такие. Мы ходили в магазин с Кириллом. Кирилл выбирал. Печенье себе выбрал. Следующее. Вот такие печенья овсяные. Овсяночка называются. 44 рубля они стоили. Такие 46. Следующие мы купили багет чесночный. Самый обычный. Две штучки по 24 рубля. Вот. Так, далее. Ну, это хлеб, понятно, конечно. Берем. Молоко для блинов, самое дешевое, 44 рубля. Кстати, вот это молоко дешевле, но лучше по качеству, 30 рублей оно по акции было, я купила. Следующее также закончилась мука для блинчиков, ну и вообще пригодится. Нужно, чтобы запас был. Так, сметана большая, та маленькая баночка, а эта большая. Даня, Кири, вот такие выбрали себе машинки. Кефир для блинов. Сода для блинов.
все закончилось, так что купила все. Затем сырки вот такие купила, очень много штук. Ну, показывать все не буду, 6 штук. И последняя покупка — это паяльник мы купили. Также, где вот клеенка, там же в этом магазине хозяйственном. Паяльник из фикс-прайса, грубо говоря, никакой. Этот более-менее, наверное, будет нормальным. И стоил он недорого, 128 рублей. Лучше переплатить, но взять нормальный. Так что фикс-прайсовский паяльник мы выбросили. Он вообще никакой, так что не паяет ничего. И вот такие покупки у меня сегодня были. Сейчас буду все разбирать, убирать. И хочу вам показать, что Влад нарисовал за последний месяц. Так, что это такое вообще? Как называется? Декорат. Древнегреческая пирамида. Древнегреческая пирамида, это, короче говоря. Такая вот карандашом. Так, что тут еще ты нарисовал? Давай показывать будем. Это я вам покажу сейчас отчет рисунков за последний месяц. Что Влад нарисовал. Так, это я показывала вам уже. Вот он доделал все, вот так красиво получилось. Это наша спальня. Что тебе поставили за это? 5. Молодец. Так, вот еще нашли мы рисунки. Это что такое? Дом. А, дом в перспективе. Классно. Это что? Декоративно-прикладной? Сам. А, вот так перевернуть. Красота. Это как ты придумал-то? Типа елочка, да? Ну, красиво. Так, здесь нет. Все, больше нет рисунка? А, ты сдал еще, наверное, да? Но он еще половина сдал рисунка. Ну, красиво, молодец. А где-то еще было, подожди, вот узор у нас был. А, вот. Смотрите, какая красотень. А что тебе поставили за это? Я заклеил пятерка. А, нет, нет. Где там? Городецкая роспись 5. Молодец. Ну, красота. Кувшин такой вот. Это кувшин же или что это? Молодец, классно. Такие рисуночки. Это за последние сколько? 2 недели? Вот вам отчет показываем. Рисунков. Будем вам так каждые 2 недели показывать, что Влад нарисовал. Мы сейчас будем обедать. У нас на улице почему-то так пасмурно. Я не знаю, почему. Такая погода на улице. Мы вот сюда термопод поставили. Очень удобная вещь. Не нужно ничего брать за это в руки, наливать. Просто подставляете бокал, кнопочку тут нажимаете, и все. Вот такая погода. Очень такая пасмурная. Ну все, сейчас мы будем кушать уже. Также я сделала салатик вот такой. Подсолнечное масло просто, соль немного, лук. Всем приятного аппетита, будем сейчас кушать. Идите кушать! Первый пришел. Кирилл у нас первый пришел. Сметанку положите. По сметанку на клади. А мне не... Ты правильно скажи, положите. А мне положите. 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 Приятного аппетита тебе, Кирюш. Даня руки пока моет. Кирилл первый у нас сюда руки моет. Вот Даня пришел. Все, приятного аппетита, кушайте. А Даня еще стишок хочет рассказать? Какой ты стишок хочешь рассказать? Про лучок? Даня. Банята. Я лучок от всех болезней, да? Молодец. Я сейчас жарю блинчики. У меня уже рецепт на канале есть, так что смотрите, как я их готовлю. Вот сколько уже нажарила. Так, надо тоже переворачивать.